Здравствуйте, дорогие мои вышивальщицы, зрители, девочки, юноши и все, кого интересует вышивка. Итак, начала я новый процесс, который меня затянул. Я вспомнила, какое это удовольствие вышивать на пластиковой канве. И настолько он интересный и замечательный, что я не могу прямо от него оторваться. И это вот такой пряничный домик от фирмы Panna. Вот так он должен выглядеть. Вот он в увеличенном виде. Итак, размер готовой работы 10×12×12. Дизайнер Молодецкая, Наталья Молодецкая. За что спасибо дизайнеру. Это классная разработка, девочки, мальчики. Это классная разработка. Я уже как-то вышивала дом на пластиковой канве. Он был из сайта AliExpress. И тоже вышивался легко и запойно, так скажем. И мне очень понравилась схемка. У меня до сих пор где-то лежит, но такая, знаете, в непригодном таком виде. На обложечке вот такие есть дизайны в качестве рекламы. Вы знаете, очень-очень нравятся мне вот эти мотивы. Вот такой веночек, вот такой веночек. Ну, здесь меня пугает, вот не люблю я безликие куклы. Просто не люблю. Никакого негатива, просто вот. А вот эти мотивы, конечно, очень интересные. Ну, и так смотрим. Очень кратко. Ключ вот такой понятный. Всего 11 цветов, 2 цвета бисера, 2 цвета бэкстич. Вот такие классные яркие нитки. Посмотрите, какая это красота. Конечно, они немножко кудрявы, но они в рабочем абсолютно состоянии. Два оттенка зеленых, коричневых несколько оттенков, 4 желтых, сине-фиолетовый понемножечку. Не уверена, что буду пришивать ленточку. Посмотрю. Белого много, но там он и для бэкстича, и для, собственно, много он на схеме используется. Прорезала я вот такие, сделала прорези, чтобы ниточки гамма выскользают. Ниточки мне нравятся. Так, это мы бисер я пересыпала вот в такие контейнера. Два вида бисера, красный и ледяной, золотистый ледяной. Что это за контейнера? Ну, это от электронной сигареты, есть там такие. Это запчасти в них приходят. Я этим не увлекаюсь, увлекается супруг, но тем не менее, вот такие контейнера он мне отдает, и я их использую. Классно, вот здесь они прям классно устроены. Итак, я покажу вам только один фрагмент схемы вместе. А, ну вот она, пластиковая канва от фирмы Gamma. Вот тут вы сможете увидеть эту бирочку. Так, сможете или нет? Нет, не сможете. Но, тем не менее, пластиковая канва от фирмы Gamma, она мне очень нравится. Дырочки пропечатанные, хорошие, все замечательно. Закругленные, и нитка не махрится, проходя сквозь них, поэтому отлично. Ну, и покажу вот фрагмент схемы вместе уже с готовым вышитым фрагментом вместе с вышитой одной стеночкой. И вот посмотрите, схема замечательная, крупноцветосимвольная. Первый раз я вышиваю по схеме, вообще не отмечая никак. И это экономит массу времени. Я буду думать о том, чтобы вышивать, не отмечая. Вот сейчас я иногда ошибаюсь, иногда спарю несколько раз, но зато я не отмечаю. Может быть, я сейчас научусь. Ну, посмотрим. Вы не представляете, как мне нравятся эти ставни сказочные, эти окошки разноцветные, эти конфеты. Это просто сказка.
девочки, бисер этот сюда. Мне было такое желание вышить белым и красным бисером ставни. Потом думаю, нет, стоп, ну а рамы, наличники и сами окна будут не бисером. Чем-то не напоминает разработку от фирмы Милхилл. Вот это пришивание совместно, и ниточки, и крест, и бэкстич, и здесь яркие разные цвета, и бисер, ну, прям напоминают. Ну, конечно, может быть, это совсем и не то, но тем не менее, вот так выглядит это все. И очень-очень мне нравится. И вот так схему. Вот показываю фрагмент окошечка. Класс. Сейчас я вышиваю второй фрагмент. Уже схемочку я вам показывать не буду. Покажу, каким образом это все у меня устроено. Посмотрите, я взяла тканюшечку, которая у меня была. Это обычный ситец. Мне Оксаночка его отдавала. Оксанчик, тебе привет. И за краешки пластиковой канвы я нашиваю вот таким образом. Большими стежками просто зацепляет ткань. И посмотрите, вырезаю вот так по краю, обрезаю ненужную ткань. Ну и вот, собственно, моя изнанка. Ну, пока еще это не все. Делаю протяжки, как вы видите, 2-3 клеточки. Но это все закроется, поэтому вот где-то видно, да, где-то столбиками, где-то рядами. И на данный момент вот так выглядит моя вторая часть. Ну что же, по мере отшива следующих частей я тоже вам буду показывать, что, как и почему. И... А, ну нет, думала вам показать часть эту на обложке. На обложке нет. Это немножечко не та часть. Это с окошечком часть. Я ошиблась немножечко, говоря вам об... Вот это домик-компаньон, то есть, ну, второй парный домик. Это другой домик, как я понимаю, да? Но я посмотрю, обманывать не буду, посмотрю еще, что там вышивается дальше. Посему делаю вывод. Вышивается на пластиковой канве набор от фирмы Panna ниточками Gamma. Замечательно. Не просто хорошо, а замечательно. Единственное, что... Единственное, здесь была сломана бисерная иголка, но меня это совершенно не расстроило. Игла 26 номера прекрасно пришивается ей бисер. Сюда же. Вы как вы видите, я пришиваю его по ходу работы. Только бэкстич я делаю потом. Да, когда заканчиваю все, тогда поверх еще бэкстич вышиваю. Ну, собственно, наверное, и все, что я могу вам сказать по поводу своей вышивки домик. Еще раз, дорогие мои, я буду снимать отчеты, кому интересна вышивка этого домика, процесс вышивки. Посмотрите, я буду все рассказывать, все показывать. Настолько, насколько я смогу. Но вам спасибо, что вы были со мной. И в конце вот такой засвеченный кадр. И пока-пока. Ровных крестиков, послушных бисеринок.